Раз. Меня нет в мониторе у барабанщика, пожалуйста. Всем привет, друзья. О, появился в мониторе. Всем привет, друзья. С вами группа Red Guitar Pick, красный гитарный медиатор. Сегодня мы играем слегка в измененном составе. Наш барабанщик с нами не мог поехать, поэтому мы сделали небольшую рокировочку, поменялись местами. Как говорится, один за всех и все за одного. Но это не помешает нам сыграть для вас крутые песни. О нас сказали как о группе, которая играет рок-н-ролл, блюз и все такое. Да, это действительно так, но у нас есть композиции в стиле поп-рок, и сейчас они будут звучать для вас на русском языке. Я надеюсь, вам понравится все это дело. Бас есть? Поиграй. Ребят, поддержите нас, чуть-чуть переживаем, да. И наша первая композиция называется «Коктебель». Знаете про такой поселок? Там очень много талантливых людей, там очень много просто крутых людей, талантливых музыкантов. И он нас вдохновил на такую интересную композицию. Поехали. Поехали. Нет времени больше ждать, я снова еду туда опять. Вдаль от привычных дел, я так давно сказать хотел. Там не русалки машут хвостами, там море волны ласкают скалы. И в моем сердце вот теперь, когда я еду в Коктебель. Коктебель, лето, 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 Коктебель. Качается планета, мы качаемся на ней. Коктебель, лето, 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 Коктебель. Качается планета, мы качаемся на ней. И вот настал долгожданный момент, я по полной попал в этот плен. Эта энергия талантливых людей обогащает место Коктебель. Все объективно решайте сами, а я дрейфую под парусами. Если завтра я сяду на мир, то я отправлюсь Коктебель. Коктебель, лето, 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 Коктебель. Качается планета, мы качаемся на ней. Коктебель, лето, 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 Коктебель. Качается планета, мы качаемся на ней. Спасибо, друзья. Ну а следующая композиция про судьбу настоящего музыканта, который живет в квартире. Это композиция «Зина». Гитару мне. Пришел с работы поздно и так устал. Поставил чайник на диван, упал медленно рукой. Я дотянулся до угла, расчехлил гитару. Но Зина, как ты могла? Зина, не стучи, Зина. Зина, не кричи, Зина, не стучи. Ты на помолчи, оу, oh, yeah. Зина, не стучи.
стучи, Зина, Зина, не кричи, Зина, не стучи, Зина, помолчи. Ну что ж, совсем нет места мне в этом мире, если петь я не могу в этой квартире. Мне этот звук стука тапком по батарее любую выбивает из головы идею. Зина, не стучи, Зина, Зина, не кричи, Зина, не стучи, Зина, помолчи. Oh yeah. Зина, не стучи, Зина, Зина, не кричи, Зина, не стучи, Зина, помолчи. Нам, ребят, разрешили сыграть третью песенку. Это будет песня про любовь. Называется она «Все решено». Поехали. Я знал, я все знал, я читал твои мысли. Во сне я видел твой взгляд, но мне не остановиться. Теперь нет пути назад. Но мои мысли все о том, как бы побыть с тобой вдвоем. Жизнь разделить с тобой вдвоем. Все решено. В глазах я видел твой страх, но мне не остановиться. Пусть так, да пусть все будет так. Расставь все на свои места, ведь нет, нету любви границы теперь. Но мои мысли все о том, как бы побыть с тобой вдвоем. Жизнь разделить с тобой вдвоем, все решено. На мои мысли все равно, как бы побыть с тобой вдвоем. Жизнь разделить с тобой вдвоем, все решено. С тобой вдвоем все.
решено. Но мои мысли все о том, как бы побыть с тобой вдвоем, жизнь разделить с тобой вдвоем. Все решено. Спасибо вам, друзья. С вами была крымская рок-группа Red Guitar Pig, красный гитарный медиатор. Спасибо.